В администрации Владивостока состоялся круглый стол «Как повысить скорость движения общественного транспорта». Участниками стали представители краевой и городской власти, депутаты и эксперты. Обсудили ряд очень важных для нашего города вопросов. Это вопросы развития и улучшения качества работы общественного транспорта, обновления подвижного состава. Это обсуждение вопросов проблемных точек, возможностей для роста. Мы отчитались тезисно о своей работе, выслушали предложения от коллег, безусловно, взяли их в проработку. Где-то в текущий момент смогли прокомментировать ряд возможностей, изменений. Где-то взяли для того, чтобы обсудить и выработать конкретные механизмы и решения. Вполне рабочий диалог. Мы услышали представителей и пользователей общественного транспорта и специалистов этой области и высказали все возможности для того, чтобы наш город мог двигаться комфортно на общественном транспорте. Во время обсуждения были подведены итоги онлайн-опроса жителей города по теме «Оптимизация работы общественного транспорта». Большинство жителей готово к тем изменениям, которые стартовали в городе, а именно созданию выделенных полос для общественного транспорта и платного парковочного пространства. Как отметили эксперты, задача пересадить автомобилистов на автобусы не стоит. Однако необходимо создать все условия, чтобы при выборе между общественным транспортом и личным авто жители города могли дать предпочтение именно общественному. Анна Диякова, новости на Восьмом.